Женя, привет! Это я, Юля Савичева. Я совсем недавно узнала о твоей истории. Хочу поддержать тебя, сказать, чтобы ты не падал духом, самое главное. Я встречала тех людей, которые сейчас в данный момент инвалиды, но они не падают духом, они участвуют в разных конкурсах, в разных соревнованиях. И они верят в жизнь и в победу еще больше, чем просто вот мы, люди, которые не сталкивались с такими ситуациями. И они вселяют, если честно, огромную надежду. Я желаю тебе быть таким же, побеждать, не отчаиваться. И все, что от меня зависит вот в такой ситуации, я попробую сделать. Все, что в моих силах. Так что я тебя целую, обнимаю и держись.